Ой, слушайте, как на свет народилась. Иду довольная, счастливая. Ну, первый раз дошла вот до парка. Парк-то за углом. В принципе, там по дому, по двору хожу. Третья неделя после операции. Это что-то с чем-то. Вообще, я говорю, такая вообще довольная. Все, все боли прошли, все, что я мучилась последние 2 года, ну, особенно, наверное, 1,5 года, это было что-то с чем-то, это мучение, это вот эти постоянные инъекции, которые вообще давали там облегчение на несколько дней. Ой, столько времени я потеряла, сейчас просто вот смотрю назад и думаю, да. Просто вот какое-то упущение у меня произошло, что сама не пошла на прием к специалисту, именно к хирургу. Ходила по вот этим вот врачам, которые делают инъекции. Тоже, да, вот такая вот система врачебная, как бы, ну вот сделали тебе 1-2 инъекции, видят, что не помогает. Они, конечно, не советуют. Я не знаю, знаете, все, конечно, зависит от врача, но такого прям вот нету, да, что вот не помогает, может быть, сходишь к хирургу, да, хотя с другой стороны, я не знаю, тоже вот, знаете, как-то вот так вот думаешь, да, если бы меня там через 2 инъекции направили к хирургу, разве, наверное, я бы послушала врача, ну, такой, знаете, как-то расходится вот мнение, не знаешь, как бы я повела себя тогда. Просто за вот эти 2 года мучения я уже так намучилась. И, конечно, я уже, в принципе, мне было все равно. Поэтому я прям побежала к этому хирургу, чтобы узнать, что же дальше делать. Ой, собачка. Собачка с одним глазом. Одноглазенькая. Бедненькая. Людей много в парке. Ой, иду, радуюсь. Никаких болей нет. Слушайте, это же вообще... Вот это вот жизнь. И что это? Еще тут собака, много собак всяких. И что вот интересно, да? Что интересно, когда живешь вот с этими болями в спине, и ты думаешь, что ну все, уже значит это так и должно быть. Так и будет. Ждешь там какого-то чуда вообще непонятного, что что-то случится без помощи врачей. Видите, у нас, я вот посмотрела, да, я рассказывала вам в предыдущем видео, что я очень много смотрела российского YouTube. Я не смотрела американские видео, что там американцы говорят, как после операции, да, как восстанавливаться. Все смотрела вот этот русский YouTube. Наших там врачей, людей, которые рассказывают свои истории, очень много, не то что негативных комментариев, а именно в том плане, что у людей плохой опыт, да, кто-то боится категорически операций, но уже несколько лет мучаются от боли, что-то там ходят по этим врачам, по этим мануальщикам, которые вам еще хуже в итоге сделают. Кто-то вроде уже сделал операцию, но тоже пишут, и стало лучше, но там то ногу тянет, то еще что-то там болит, то все. Не знаю, я, конечно, вот почти 3 недели, да, уже получается, я говорю, у меня вообще вот все боли прошли. Были послеоперационные боли, но это боли вот как шов был, да, вот такое вот. Там подтачивание этих остеофитов. Но вот именно вот этих болей уже нету. Потому что грыжа, она давила на вот этот нерв. Да, он был пережат уже несколько лет. Плюс там еще стеноз дополнительно. Плюс эти остеофиты. И, конечно, боли еще те. Сейчас вот я иду, я, знаете, вот я говорю, иду и радуюсь. Радуюсь вот этому парку. Хотя это так все обычно для меня было последнее время. Я говорю, я даже уже и в этот парк особо не хотела ходить. Вечером там выйдем, круг пройдем с натяжкой.
уже все боли в ногах, там везде прострелы. А сейчас вот такое вот чувство, которого у меня уже не было несколько лет. Иду, радуюсь своим ногам. Так что, знаете, ну, конечно, опять-таки, как мне и писали, что хорошо, типа, что ты, да, в Америке живешь, тебе там такие операции делают. Ну, наверное, да. Наверное, хорошо, что я здесь живу и здесь все-таки умеют делать операции. У меня уже 5-я операция в Америке, ни после одной не было никаких осложнений. Все хорошо проходит. Выздоровление тоже быстрое начинается. Так что я, конечно, тоже очень довольна. К сожалению, в наших странах, в частности Киргизию, так я из Киргизии, там просто нереально перенести столько операций. Да там и таких не делают операций, которые не делали, и в таком качестве, конечно, не сделают. Как здесь, что говорить, технологии есть технологии, американские. Так что иду, прям радуюсь, наслаждаюсь вот этому ветерку, вот этой своей походке без боли. Даже, честно говоря, я тоже не очень так надеялась. Думала, наверное, еще будет месяцами все это проходить. Нет, буквально вот, ну, я говорю, там это первую неделю, да, вот такие вот после операционные боли и все. Потом уже боли нет. Ой, это же прям счастье ходить без болей. Вот люди тут тоже занимаются спортом. Девушка меня уже какой третий раз, наверное, обгоняет. Я все один круг там это... А, нет, я уже вообще-то второй круг прохожу, да. Уже второй круг у меня. Ой, ты, какие собачки классные. У-у-у, красавцы какие. Далматинец, да, еще там кто-то. Так что... Ребятушки, такие дела. Конечно, да. От страны многое зависит. Зависит от госпиталя, от врача. Насчет, знаете, врачей. Вот тоже меня спрашивали, да, что как я нахожу врачей. Я их никак не находила. У меня есть страховка. Я хожу к семейному доктору. Когда какая-то проблема, семейный доктор направляет в определенный центр, куда надо, да, в определенный там госпиталь. И все, я туда прихожу, и там кому направят. Ни одного хирурга я вообще не выбирала. Даже вот по сердцу, когда мне делали в 2014 году операцию, мне мой кардиолог сказал, что, говорит, есть очень хороший специалист по Кене. Он, говорит, делает вот эти операции по последним там разработкам. И я, говорит, надеюсь, что он тебя возьмет. И так и получилось. Он меня взял. Ну, там было 2 хирурга. И все тоже прекрасно. И на сердце прошли операции. Все там восстановление, да. И так далее. Ну, ничего. Пока живем. Вот, считаю, где-то с 37 лет и до 46, да, вот я уже 5 операций в Америке перенесла. Не знаю, в Киргизии я бы уже там вообще загнулась. Да меня бы уже там и не было, я уже не раз об этом говорила. Все-таки, да, благодарствую. Ой, сегодня столько людей с собаками. Тепло, все повыходили. А, это вот опять эта одноглазенькая собачка. Так что, конечно, вообще благодарность врачам. Молодцы, молодцы. Хирург молодой был у меня. Врач такой, ну не в возрасте обычно. А, и... не, вообще-то все. Вот я вспоминаю, да, все хирурги у меня были такого... Примерно, знаете, моего возраста плюс-минус. Единственный один, который мне ставил кардиостимулятор на сердце, писмейкер, вот он тогда, помню, был в возрасте, он уже ушел на пенсию, так как мне прислали там карточку, чтобы уже поменять на другого врача, так как он на пенсии.
Остальные вот все хирурги молодые. В основном мужчины все были. Одна женщина только вот зимой у меня, когда была операция, там была женщина-хирург, тоже примерно моего возраста. Ну, молодцы, все хорошо делают, все отлично. Ой, какое счастье, а, ходить без боли, это же вообще... Это просто счастье. Все, уже погуляла, надо ходить побольше. Уже пойду домой. Погода просто великолепная. Тепло, ветерок такой прохладненький. Только гулять, только гулять. Гулять, жить, наслаждаться. Пока еще можно. Пока еще нам можно, да?